Самоизоляция, карантин, запрет на массовые мероприятия, пандемия COVID-19, Zoom, Microsoft Teams, онлайн-совещания. И этими словами запомнится нам весна 2020 года. Строго будет наказывать, и штраф будет. Между тем, существует множество и других вариантов для проведения совещаний. Zoom отстой, мы проводим собрания в Red Dead Redemption. Приятно сидеть у костра и обсуждать проекты, когда в ночи воют волки. Так высказал в Твиттере иллюстратор из Лондона Вив Шварц. Однако не только молодые специалисты используют для проведения собраний нетривиальные площадки. Например, в начале режима самоизоляции, когда еще не были решены все проблемы с настройкой оборудования для дистанционного обучения, ДГТУ провел лекцию в Майнкрафте. А что? Звучит хайпово. Да и дистанс получился забавным. Главное, чтобы гриферы не пришли. Казанский федеральный тоже не отстает от своих коллег. Вот полноценный международный форум провели дистанционно. А чтобы понятно было, что дистанционно, даже название поменяли. С ИФТ на ВИФТ. Ну, то есть виртуальный, понимаете, да? И помимо Microsoft Teams, даже действительно VR использовали. Да-да, технологии десятилетней давности наконец-то добрались до поколения бумеров. Надеюсь, им хоть VR-чате отдельную комнатку создали, а то на общих серверах порой происходит море лютой дичи. Кстати, знаете, что мне напоминают кадры с ВФТ? Вот эти вот мемесы с хомячками и котиками. Как бы без негатива к ученым, но реально похоже, согласитесь. На этом у меня все. Если тебе понравился такой формат, поддержи это лайком, а я готов дальше шутки шутить над событиями в Казанском федеральном.